Дорогие друзья, несмотря на общую ситуацию в стране, 1 апреля – день смеха, день радости, здоровья, день улыбок и, конечно же, наступление рыбного сезона. На рыбалку, друзья, на рыбалку, с праздником! Пролетел кортеж с мигалкой, это, впрочем, как всегда. А я сегодня на рыбалку, мне бы воздух и вода. С вечера готовы снасти, котелок для костерка. Я к тебе, природа, здрасте, ждете в гости рыбака. С червячками баночка, красота рыбалочка. На заре да с удочкой тихо посидеть, комары не жалятся, поплавок купается, да поклевку первую, чтоб не проглядеть. Вот прикормленное место, красота природы вся, ловим на червя и тесто, то плотву, то карася. Я забрасываю снова, да и погода неплоха. Значит, к вечеру готова будет вкусная уха. С червячками баночка, красота рыбалочка. На заре да с удочкой тихо посидеть, комары не жалятся, поплавок купается, да поклевку первую, чтоб не проглядеть. Это я, скажу не первый, очевиден разговор, что рыбалка лечит нервы и душе дает задор. Можно в горы или дачу, за границу может быть, но я поеду порыбачить, с другом рыбки половить. С червячками баночка, красота рыбалочка. На заре да с удочкой тихо посидеть, комары не жалятся, поплавок купается, да поклевку первую, чтоб не проглядеть. Комары не жалятся, поплавок купается, да поклевку первую, чтоб не проглядеть. Да поклевку первую, чтоб не проглядеть.